у меня еще никогда не было. Ха-ха, это только цветочки. Готово. Мой парень никак не сделает мне предложение. Нет ли у него случайно другой женщины? Скажите, духи огня и воды. Мы решили пожениться. Дело не в кольце. Нет, в кольце. Я решил сделать тебе предложение. А вот и я. Я думаю, это оно. Одно и то же каждую ночь. Вам надоест. Когда в последний раз вы были вместе? Прошло ровно полгода. Я и рядом не стоял с таким мотоциклом. Я тебя люблю. Да-да-да! Стойте, это Джем! С какой-то девкой. Серьга. Длинный волос. Конечно, измена. В эти выходные едем на мальчишник. Анталия для этого идеальна. Круче, чем полет вокруг Земли. Ты же знала, что рано или поздно он начнет у тебя гулять. Мне интересно, что вы за тряпки? Как дрессированные собачки. Сидеть, лежать, голос, место. Оставь меня в покое, ненавижу тебя. Ты хоть знаешь, сколько я книг и журналов прочла про измену? Эргюн, ты знаешь, на что я способна. Я с кем-нибудь познакомлюсь и выйду замуж. Все, она ушла от меня. Подойдет, увидит меня и упадет. Дидем, дома она. Ой, уже и завтрак приготовил. Ромком. Холостякам тут не место. Смотрите 17 октября в кинотеатрах.